Вы знаете, друзья, у меня порой ночью такие страшные вещи происходят. У меня шевелится одеяло, происходят страшные звуки. Из-под подушки выглядывают страшная голова и руки. Вот я вот только не знаю, кто это мог сделать. Но сегодня вы будете смотреть в камеру, а я буду спать, и вы сами все увидите. Все. Спокойной ночи. Что такое случилось? Всего лишь твой сон ужасов. Ой, я кошмар летящий. Я приближаюсь к тебе. Я повсюду. Я самый страшный голос, который только можно себе представить. Вы своим кашлем призвали меня. За это будет у вас вырван язык и съедены гланды. Но вы можете простить, я больше не буду кашлять. Нет, уже поздно. Вы весь год вели себя плохо. Вы вызывали кошмары. И поэтому я вас съем. Мне нравится, когда вы будете бояться. Это дает мне силы и мощь. Я самый великий, могучий, ужасный. Чем больше ты трясешься, тем мне интереснее тебя пожирать. Я больше не буду трястись. Что если я больше не буду трястись? Тогда ты меня победишь и изгонишь. Хорошо. Но этого не произойдет, потому что я самый ужасный. Меня все боятся. Не было еще ни одного в мире. Человека и ребенка, который не мог меня испугаться. Я приближаюсь к тебе. Я не дрожу. Вот так, ребята, не надо бояться, ведь вы всегда можете победить. Все, до свидания, ребята, с вами был мистер Яд. И не забудьте, что я по ночам всегда снимаю страшилки.